Вязание ажурного узора с пышными столбиками. Сначала провяжите воздушную цепочку, количество петель кратно 5 плюс 1 воздушная петля. Далее вяжем 3 воздушные петли для подъема. 1, 2, 3. И пропустив 3 петли, провязываем пышный столбик вот сюда, в эту точку. Делаем накид, вытаскиваем петлю и так повторяем 3 раза. Затем все петли на крючке провязываем одной петлей. Далее вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 4 петли воздушной цепочки. 2, 3, 4. В пятую петлю провязываем пышный столбик. Затем все петли вместе и одна воздушная петля. В ту же самую точку провязываем такой же пышный столбик. И все петли вместе. Далее вяжем 5 воздушных петель. Пропускаем 4 воздушные петли. 2, 3, 4 и в пятую провязываем пышный столбик. Далее вязание у нас будет повторяться. Заканчиваем вязание пышного столбика, 1 воздушная петля и опять пышный столбик в ту же точку. И так далее. В самую последнюю петлю провязываем пышный столбик. Все петли вместе. Затем 1 воздушная петля и столбик с одним накидом в ту же самую точку. Вот первый ряд готов. Так он выглядит. Во втором ряду сначала провязываем 3 воздушные петли, затем пышный столбик вот сюда, между столбиком и пышным столбиком. Все петли вместе. Далее 2 воздушные петли и столбик без накида под воздушную цепочку. Дальше у нас вязание повторяется. 2 воздушные петли, затем пышный столбик между столбиками пышными предыдущего ряда. Закрываем его. Воздушная петля. И еще один пышный столбик в ту же точку. Все петли вместе. Далее то же самое. 2 воздушные петли, столбик без накида под воздушную цепочку и так далее. В конце ряда 2 воздушные петли, затем пышный столбик вот сюда. Закрываем вместе петли. Воздушная петля и столбик с одним накидом в ту же самую точку. И вот вязание второго ряда закончено. В третьем ряду 3 воздушные петли в начале ряда, затем пышный столбик вот сюда. Петли вместе. Далее 2 воздушные петли. И столбик без накида вот сюда. Далее повторяем вязание. 2 воздушные петли, пышный столбик
между пышными столбиками. Закрываем петли вместе. Воздушная петля, пышный столбик между пышными столбиками. Закрываем петли. И далее то же самое. Две воздушные петли. Столбик в вершину столбика без накида и так далее. Снова две воздушные петли. И далее опять два пышных столбика. Вот готово. Заканчиваются все ряды одинаково. Далее повторяем вязание первого, второго и третьего ряда. Для этого следующий четвертый ряд провязываем как первый. 3 воздушные петли, затем пышный столбик. Далее 5 воздушных петель. И пышный столбик между пышными столбиками, вот в эту точку. Все петли вместе, 1 воздушная петля, опять пышный столбик в ту же точку. Все петли вместе и так далее. Далее следует 5 воздушных петель. И 2 пышных столбика между пышными столбиками. Далее повторяем. И вот такой получается узор. Он очень интересный, потому что это сочетание ажура и толстых пышных столбиков. Нажмите на колокольчик, и вам будет мгновенно приходить уведомление, как только появятся новости. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках, за то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч!